А ты что снимаешь? У тебя есть право на съемку? Есть. Это осознавали вообще, когда садились? Ну, конечно, но я осознавала то, что я постоянно езжу аккуратно. Пьянение нельзя управлять автомобилем. Состояние пьянения, но это нужно доказать. Тем более с ребенком. Поспокойнее, еще. Все, я не могу. Видите, да, показания прибора 0,85 миллиграмм на литр. То есть установлено состояние алкогольного опьянения. В районе дома 77 по улице Брянская произошло столкновение двух легковых автомобилей. По предварительным данным, женщина 88 года рождения управляла автомобилем Nissan, не справилась с управлением и допустила столкновение с автомобилем Honda. Водитель Nissan имеет признаки алкогольного опьянения. На месте было свидетельство. Показания прибора составили 0,85 миллиграмм на литр выдыхаемого воздуха. В момент транспортного происшествия в автомобиле женщины находился несовершеннолетний пассажир. Девочка в возрасте 3 лет. В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок не пострадал, находился в детском удерживающем устройстве, зафиксирован без нарушений правил дорожного движения. Будьте внимательны. Не замерзла?